Зовут меня Морозов Александр. Представляю медицинскую часть этой лиги. Я доктор. Работаю вместе с этой лигой уже с 2010 года. Что входит в обязанности? Оказываем первую медицинскую помощь. Много курьезных случаев на эти лиги было с травмами связаны, или ребята берегут друг друга? IT-лига — это умная IT-лига, особенно игроки. В основном они себя берегут в сравнении с другими турнирами по мини-футболу. Они борются с соперниками интеллектом, да? Интеллектом. Ну, все равно бывают травмы. Не так часто, но бывают, притом разные.